14 детей и трое взрослых прибыли на Ульяновскую землю из Белгорода. Они присоединились к своим землякам в санаторий «Радон». Там белгородцы уже 2 недели отдыхают и проходят лечение. Гостей Ульяновска ранним утром встретили волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой гвардии». Все организовано, и образовательный процесс, и программа посещения всевозможных, скажем так, исторических мест города Ульяновска, Ульяновской области. Я думаю, что ребятам понравится. Мы должны друг другу помогать. Это наша большая страна, и мы вместе. Прибывшие в регион белгородцы – это учащиеся одного лицея. Вместе с детьми приехал и педагог начальных классов. В санатории ребятам выделят пространство, где они смогут заниматься, а из ближайших школ будет приходить учитель английского языка. На вокзале Казанском сели в поезд Москва-Челябинск. И утром рано, в 6 утра, были уже здесь, в Ульяновске, где нас встретили очень дружной компанией. В регионе жители Белгородской области смогут поправить здоровье, узнать больше об Ульяновской земле и на короткий срок забыть звук сирен и обстрелов. Программа пребывания гостей рассчитана на 21 день. Сейчас у нас достаточно часто происходит обстрел нашей территории. Это может случиться несколько раз в день. Получается, что мы слышим сирену, иногда в телефон приходит, ну, иногда сообщение нам теперь в телефон приходит часто, и за это время у нас есть там 30 секунд, где мы должны уже найти укрытие и спрятаться в этот промежуток. Ну и, соответственно, уже потом, после того, как произойдет этот обстрел, мы смотрим, все ли хорошо с нашими родными, близкими. Каждому ребенку уделят особое внимание, проведут обследование и назначат санаторное лечение. Светлана Карпухина, Улправда ТВ.